Привет, друзья, Алания. Последний день января 2024-го. Сейчас 6 часов 7 минут. Там воскресный рынок начинается у мечети. Сейчас, в принципе, вот еще как бы должно быть солнце. То есть вот в это время именно должен происходить закат. Где-то в 6 часов 10 минут, даже может 12 минут солнце садится. Но вот такое вот что-то на небе. Это еще не темнота, это какие-то вот тучки, они идут со стороны моря, кстати, в сторону гор. Они не белые, они вот темно-синие такие. Сейчас 14 градусов, в принципе, ну я одет, куртка расстегнута, как бы сейчас не холоднее, чем гулял я вчера в оба по набережной в 2 часа дня. Мне кажется, там было холоднее, может быть, потому что ветер там был сильнее. Часовая прогулка по оба и Тосмору уже вышла. Посмотрите, надеюсь, вам понравится. Старался для вас, проснулся, не спал. Сегодня отсыпался за этот целый день по полной. Хотел два проснуться, но думаю, не, буду спать. День был, в принципе, сегодня солнечный. В принципе, солнечный. И давайте я пройду, пока эта часть будет по-светлому, а потом пройдем еще где-то по центру, уже когда темно будет. Что-то я не хочу монтировать, я устал, друзья. Сидеть всю ночь монтировать. Каждую ночь, ну это просто выкашивает. Да, последний день январский этого года, 24-го. И последний день второго зимнего месяца. Остался месяц зимы, но напоминаю, что будет еще у нас, ну, может и не будет, но по всем вот прошлым годам можно сказать, что где-то, ну, как минимум третья часть марта, то есть дней 10 марта, они очень холодные. В феврале, как я и сказал, кто мне не верил, тепло вернется. Тепло вернется, друзья, буквально через 5 дней, может даже через 4. Я думаю, что где-то, ну, скажем так, с 4 по 7 февраля будет день, когда будет на солнышке больше 20 даже. В тени будет до 19, 18-19 будет в тени. Кто мне не верил, я сказал, что это временно, и тоже вот эти конец января прохладно, он всегда именно... Именно в последних числах января, он каждый год, ну 1 февраля, не всегда тепло. Вот. Ну не знаю, будет до 11 сегодня ночью, может даже до плюс 10 всего. Но сейчас пока вот реально мне вроде как комфортнее, чем вчера я ходил днем по набережной, оба повторюсь. Было там явно некомфортно. Вот, я как чувствовал, сегодня не стал шарфик брать, не стал. Шапка у меня в рюкзаке есть на всякий случай. Что я гулять буду долго еще. Часов до 9 как минимум, я думаю, погода уже будет 9, наверное, немножко другая. Сейчас посмотрим. Да, дождики там кратковременные могут быть через день-два. Но могут, не факт, что они будут. Сейчас посмотрим, что у нас в реке, которая с гор несет. Оттаявшие снега, либо дожди, когда дожди заливают гора. Сейчас посмотрим, сколько воды, прозрачная она или нет. Да, без шапки сейчас совершенно тепло. Несмотря на 14 градусов, они ощущаются как минимум на 16. Потому что даже капюшон мне не хочется одеть, даже более того... Даже мне кажется, что жарко немножко в свитере. Вот сюда вот, друзья, бэушные вещи приносятся и закидываются. Потом нуждающимся муниципалитет распределяет. Если кто-то не знал, пожалуйста, не бросайте мусор. А, ну да, кто-то ж может не понять и подумать, что это такой мусорный. Хотя тут все нарисовано. Ну, не все догадаются. Итак, вода прозрачная, но не совсем. Ее довольно много. Я, в принципе, допускаю, что днем на солнышке, а солнышко сегодня было большую часть дня, вода даже горячая у меня в баке на крыше дома, допускаю, что это бегут, текут оттаявшие снега немножко, возможно, потому что там-то все было в снегу 10-15 километров отсюда, и на солнышке там тоже, наверное, стало чуть теплее. Интересно, сколько там градусов, там где снег, но я думаю, что, ну, как минимум, вернее, как максимум 0. Наверное, ниже даже. Пройдем немножко по этой улице. Я тут без пауза монтажа редко снимаю. Там все у нас проходит. А, вот тут вот с этой стороны начинается рыночек наш воскресный. Вот там вот.
И там у мечети вторая его часть. Там, можно сказать, начинается. Либо здесь начинается, там заканчивается. А там слева Вайкики, друзья. Вайкики. В 12 минут отсюда пешком максимум. Все очень просто. Смотрите внимательно. Сан-Папайка растет у нас. Ой, они сорвали очередной урожай, что ли? А нет, есть еще не маленький. Котики попрятались все равно, им некомфортно, видимо, в такую погоду. Обычно тут три кошки, которые сюда меня ждут. Нету ни одной. И сейчас вот, получается, село солнышко где-то в это время, если бы не было тех кучек. И сейчас вот моментально уже за 15 минут будут такие сумерки конкретные. Все очень быстро. Утемнение происходит. Вот дорога как раз налево мы выйдем. Все время налево. И мы выйдем, получается, к Бурса-Кебаб сначала. На улице 25, а потом еще чуть ниже мы выйдем на Вайкики, который возле муниципалитета. Лимончики. Сто раз проходил, не обращал внимания, что это дерево лимон. Не буду спешить, а то, чтобы не вспотеть, а то потом будет холодно. Немножко мне сейчас жарковато даже идти. А я удивился, я вижу, девчонки сейчас шли и куртки держали на руках, но у них тоже теплые свитера были. Думаю, чует, а им так жарко. Видите, так я прав. То есть они правы. Вон люди в шапочках пошли. Доведу ли я вас до бегемота, это далеко идти до него, в принципе, в смысле долго снимать. Тепло. Ну как тепло, не скажешь, что прям тепло сейчас, но... Я думаю, что сейчас, возможно, возле моря есть ветер, и там совсем другие были бы ощущения возле моря из-за ветра. Здесь потому что ветра нет. Кажется, что и тепло, можно сказать. Челиша взяли, берем. Челиша взяли, не знаю, как перевести. Берем скидки. Машинки стиральные 22 640 кубиком. А вот это у них аэрогрили, которые сейчас везде рекламируются. Они где-то, ну, около 3000, либо за 3000 примерно цена у них. Улица это не туристическая, в принципе, показать вам ее могут, разве что случайно сюда забредшие туристы, привет, чувак. Либо кто здесь живет, либо снимает квартиру. На самом деле вы можете не пугаться на третьей линии этой, как я называю, если снимаете жилье, то в принципе напрямую отсюда, если идти к морю, вы довольно быстро выйдете. 15 минут, я думаю, это средний путь к морю. Вижу котика возле А101 одиноко сидящего. Перейти, не перейти. Кормят его там, не кормят. Как-то помню, голодный кот там сидел, но не этот. Возле А101. В А101, по-моему, нету кошачьей еды. Там кто-то, может, и купил бы пакетик, покормил бы его. По-моему, в А101 очень редко бывает кошкина еда.
осторожны будьте на дорогах, очередной раз могу напомнить, это не помешает. Фух, стою, чуть отдохнул, как раз. Кот, иду специально к тебе. Ну, камон, а камон еще вторая. Здорово. Привет, ты первая. Она похожа на нашу меломанщицу. На тебе? На тебе. Вот. Все хорошо. Так, а там возле магазина шок, может быть, котейка. Давайте тут пройду. Посмотрю, что там с хамсой, не подорожало ли еще. Напоминаю, что хамса была еще у нас 10-12 дней назад. Хамса была кило. Здесь 75 турецких лир. Сейчас 120 или 125. Хороший магазин, тут рыба есть. Может, кто-то не знал. В этом вот районе верхнюю рыбку можно купить. Леврек 350, вижу. Морской написано леврек 280, чепра 280, кефаль 240, хамса 150, лосось турецкий 250, сардалия 130. А, так хамса 150. Ну, блин. Да. 75, 125, 150. А что, может, курс изменился? Не изменился курс случайно? Лиры к валютам. В принципе, можно уже и до бегемотика дойти с вами. Видите, как он обрадуется. Вчера к нему не пришел, у Саши в гостях был. Потом мы в Аланиум ходили. Домой шел пешком, я уже не сила. Вот тут котейка сидит. Кстати, на пушистика похожая, вот у которого Саша жила. Такая менее пушистая, не пушистая, она такая же. Иду, иду, нету. Я потом смотрел, она там на лоточках этих, где товар выставляют. А она там, чтобы не сидеть на камне холодном. То есть умная. Фух, надымил. Это мэр у нас. Я вот не знаю, прошлое или действующее, их там меняли периодически, но вот этот человек, когда пандемия была, он был мэром Анталии точно. Возможно, и сейчас, я точно не знаю. Наверное, и сейчас он мэр, а может, другой, не знаю. Знаешь, что там какие-то смены были по мэру Анталии все. Катюля, где ты? Ты тут или нет? Вот тут она вылазила. Катюля? Нет, так и нету. Так и нету сегодня, где-то уже, ну, она днем, наверное, сидела, тут грелась на солнышке. Катюля. Ага. Ей там иногда очень много еды насыпают, она, видимо, съедает и уходит. Так, торты хотите увидеть? Я могу вам показать торты сейчас, друзья. Ну, мы с вами прошли сколько. Мне очень интересно по этой улице дойти до, ну, скажем так, до упора, до района примерно автовокзала Большого Аланийского, то есть туда, где дальняя Клеопатра. Это не близкий путь, она тянется еще довольно далеко. То есть, чтобы вы поняли, если мы сейчас здесь влево свернем, мы выйдем к морю в районе, где мы выйдем? Ну, собственно, мы выйдем чуть дальше центра. Примерно где? Ну, примерно к Красной башне мы выйдем здесь, получается. Сами понимаете, от Красной башни до 20 какой там пляж Клеопатра, где автовокзал, я никак не запомню. То есть улица тянется еще довольно долго. Идти еще здесь, ну, с полчаса это как минимум, я думаю. Может, даже и больше отсюда. Чтобы дойти по этой улице до автовокзала. Видите, оно уже потихоньку и темнеет. Потихоньку и темнеет. Идем мы с вами буквально 10 минут, да? Сейчас тортики будем смотреть. Сегодня полный выбор, иногда бывает немного, иногда много. Ух.
Чтоб я хотел съесть. Ну, наверное, верхушки у многих, особенно фруктовые, посъедать верхушечки. В детстве я любил море маргарина. Я не знаю, маргарин или масло было в советских тортах. Вот именно то, что самое вредное сверху, вот эти все цветочки, я всегда сметал. Надеюсь, что это был не маргарин все-таки, а масло хотя бы. Не ешьте маргарин, если кто-то покупает маргарин, друзья, вы просто не представляете, что вы делаете. Откажитесь, почитайте, если меня не хотите слушать, почитайте, что такое маргарин. Так. Что? Уже, можно сказать, обязан вас довести до бегемотика. Увидите, какой он счастливый сейчас будет. Надеюсь, у него пакет. Я сейчас борщ буду на нем тестировать. Он ел все. Или я уже борщ приносил, я не помню. То есть он не хочет есть сухую еду, он именно радуется, когда ему что-то приносишь, вот, свою еду. Давайте чуть помолчу, вас он послушал. Старенький домик какой. Еще на шапке. Анна, вот музей городской Алании, вон он беленький. Сразу за ним Баяз-Замбак и этот, та кафешка, которая оказалась прямо Баяз-Замбак. Куда Ирасуналом меня водили. Музей Ататюрка, я понял, где он. В следующий раз найдем его днем. Он прям возле миграционки, возле парка, который в миграционке. Знаете, холодает. А, ветер включили. Это точно никто не снимал эти домики. О, у тебя как красивая, боже, какой у тебя цвет прикольный, смотрите, какая она, и большая такая, ты лесной кот прям, ой, красавица какая-то, давай, красавица, кушай, большая-большая она, но длинная именно такая, огромная, класс, прикольная, цвет у нее интересный. Да, тут, блин, я боюсь подумать о том, что сейчас могут быть в центре ветра на набережной. Там, да, конечно, некомфортно ходить. Впервые я так снимаю, так и Не всегда хотят сухую еду эти котята. Привет, рыжику. На. О, третий, иди сюда, третьим будешь. Давай. О, кушаю. Хозяйка только отъехала, не знаю, чего голодный. На, малыш. На, иди сюда. Он без глазика, он похож на моего этого безглазого принца, который там по набережной, представляете? Ой, красавчик, сейчас даю. На, не найдешь? На, безглазик. На, на. Иди, одноглазик, иди. Боже, их там еще двое, на. Где глазик потерял, а? Красавчик. Буду знать, что есть одноглазый здесь. Сейчас бегемота слышит, подожди. Все, сейчас уже, если, ну, я не окажусь так быстро в районе набережной, когда я туда дойду, уже потемнеет. Сейчас будет вот эта
красивое небо. Здесь я вас, друзья, вынужден буду выключить, потому что я несу им бульон. Мне просто нет смысла вас ставить, чтобы вы висели. Потом поснимаю где-нибудь лучше в центре еще. Я сейчас напою бульоном. Включу, что-то он прям не выбегает сразу. Бегемот! Бегемот! Обиделся, что я вчера не был. Бегемотик! Бегемотище, где ты? Бегемотик. Ой, Ирина, ты откуда? Ага, он под машиной. Если привет, бегемот. Привет, как дела? Все, скажи пока, всем не забывайте про лайки, да, скажи, кто хочет нас поддержать, ссылочки в описании. Бегемоту привет передам обязательно, если кто придаст, там привет, да. Фух, все, бегемотик, пошли кушать. Пойдем. Пойдем, мой красавчик. Не замерз? Пока, друзья, мира, добра, позитива, последний день. Января этого года, 24-го, и видео еще будет, я думаю, где-то в городе сниму, в центре.